Работу в регионах продолжает и Народная партия Казахстана, которая уже провела порядка 800 мероприятий по всей стране. Сегодня в Алматы представители городского филиала НПК встретились с работниками Ледового дворца, Халык-арена и с коллективом завода по производству безалкогольных напитков. Мы сейчас здесь встретились с работниками этого предприятия, чтобы выслушать их проблемы, которые их беспокоят, послушать, что у них накипело. Наша агитационная группа, наши кандидаты каждый день встречаются с людьми. За прошлую неделю мы уже охватили около 10 тысяч избирателей.